Володя, привет. Хотел сказать тебе одну вещь. Я тут задумался и понял для себя, что вот я был на очень многих тренингах за последние там 3 года, наверное, там личностного роста, каких-то экономических тренингов, бизнес там, ну в том числе и твой. Так вот, из всех тренингов, где там преподаватели и тренера были профессионально этому обучены, они там что-то там заканчивали. Я так поразмыслил и подумал, что только на твоем тренинге я действительно смог получить то, что мне было нужно, то, зачем я приехал, и я, так сказать, удовлетворил свои потребности. То есть возможность теоретически все это изучить, а потом на практике тут же незамедлительно все это применить и сохранить инструменты. У меня получилось только у тебя, поэтому я тебе в очередной раз хочу выразить свою благодарность и восхищение, что ты действительно, ну, как бы, я так подумал, ты, наверное, все-таки тренер с большой буквы. Это так и есть, это, ну, вот, почему-то я последние несколько дней об этом думал, я решил тебе это записать и озвучить. Я хочу, чтобы ты об этом знал. Дорогой Володя, удачи тебе, давай как-нибудь увидимся. Кстати, в Москве буду 16 числа, Спартак-Зенит.